Сегодня на родину вернулись красноярские олимпийцы с золотом сочинских игр. В аэропорту их встретила вьюга, десятки болельщиков, друзья и родные. Спортсмены уже стали легендами. Нынешнее поколение олимпийцев лучшие в истории края. Подробности далее. Первые шаги на родине после триумфальной победы. В Сочи было плюс 17, у нас и вьюга. Согревает спортсменов встреча с родными. Некоторые не виделись больше месяца. Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Евгений Устюгов в объятиях дочери и в окружении десятков журналистов. Две золотые медали, одна из Сочи, другая Ванкувера. Такой коллекции в крае до него могла похвастаться только Ольга Пылева. Но мы настраивались, мы готовились, и если вспомнить, то у нас... Каждый человек из нашей команды отработал физически, мне кажется, на все свои, не 100%, а на 120%. Олимпийский чемпион Александр Третьяков говорит, что соскучился по родным, но спортивный сезон для него еще не закончен. Надо биться за Кубок мира. Уже завтра лучший скелетонист планеты улетает на сборы. Мы все вошли в историю, вся команда, все призеры. Не кто-то, не я один выиграл общий зачет, а всей командой. Очень устал, просто весь вымотался. Просто хочется отдохнуть. Хорошо отоспаться. Именно этого хочет олимпийский чемпион, лучший разгоняющий в мировом бобслее Дмитрий Труненков. Он благодарит болельщиков, поддержка которых ощущалась даже в болиде на 130 километрах в час. Просто огромное чувство гордости за всю нашу страну, за этот праздник, который был. Просто эти ощущения не передать. И когда уже было закрытие, было очень грустно, что этот праздник закончился, что... Эти эмоции ты, возможно, уже никогда в жизни и не переживешь. Серебряного призера игр встречает дедушка Николай Алюнин-старший. Гордости за внучка нет предела. Да просто радость. У меня, когда он выступал, у меня сердце билось, как будто я стою в стартовой калитке. Блин, так здорово. Улыбка не сходит с уст и самого спортсмена. Ему всего 22 года, и он уже герой Олимпиады и настоящее открытие российского сноуборда. Да, блин. Об этом только мечтать, наверное, можно. Очень хороший результат. Все наши тренеры довольны, что мы вот так выступили хорошо. Нынешняя олимпийская команда Красноярска без преувеличения лучшая в истории. Сегодня их поздравлял губернатор Лев Кузнецов. За предыдущую всю историю красноярского спорта у нас было всего 12 олимпийских медалей. А за эту Олимпиаду мы завоевали 8. Представляете, какое качество? Поэтому я считаю, что мы не зря еще раз подтвердили, что Красноярский край – это мека и спорта, и воспитания личности, и таких талантливых людей. Третьяков Александр Владимирович, олимпийский чемпион в скелетоне. Отмечу, все красноярские спортсмены получат внушительные призовые. Кроме того, орденами и медалями за заслуги перед Отечеством их уже наградил президент. Виталий Поляков, Вячеслав Казаков, Афонтово новости.